Что у тебя за брюки? Новые какие-то? Парадные это ты одел? Давай, не очкуй, ты проедешь. Сейчас Нива, Нива, Шевроле Нива. Сейчас покажет, как едет. Слышите, как звучит круто. Обрыв вертикальный на старте. 90 градусов. Да, 90 градусов. Нет, так нормально идут. Сейчас подтянутся вперед. Слепой едет спасать сошедших. Там слепой исполняет. Йохан и бабай, что он творит? Смотрите, как быстро зацепили ребята. Так, Димон. Димон! Арсен звонил, говорит, давай на всю такую. Посмотрите, как едет. Посмотрите, как едет. Красавчик вообще. Просто. Хорошо начал. Вот вам и Шевроле Нива. Красиво идет. Так, подлебедятся сейчас. Его закроешь. Так, слепой спасает Ниву, потом будет спасать все в одном кадре. Шевроле Нива. Ну, Шевроле Нива тоже серьезная машина, да, Ваня? Конечно. Чуть хуже, чем обычная, да? Ну, я бы не сказал, что она хуже. Смотря как готовить ее. Не, ну смотря как готовить, это понятно. Но она тяжелее. База длиннее. Ну у него облегченная максимально. Не, я знаю, что у него максимально облегченная. Поэтому едет хорошо. Едет очень круто. Видишь, колеса поставил меньше, и все стало на свои места. На больших он не ехал, ломался. Штурман. Так четко работают ребята. Вот и другие не бывают. Все жесткие. Смотри, смотри, где он находится. Под обстрелом стоит. Главный оператор Нивоводов практически едет в машине, можно сказать, да? Да. А не, он за лентой, слышишь? Показалось. Так. Подожди, я тебя без передка возвращаю. Показалось, думал, правый шрус. Все нормально. Да нет, сейчас у Димона ж привода стоят усиленные, поэтому их порвать. Надо сложно, да? Постараться.
А у тебя что стоит? Усиленный тоже. А у нас одинаковые с ним стоят. Задние у тебя разгружены? Да. Так, там бизона вынимают. Смотри, какой кадр. Спас слепой его. Подтянул вверх. Димон продолжает борьбу. Я ж полностью всю трансмиссию усилил. Сколько денег надо на всю трансмиссию? Считал ты, нет? Да, лучше не считать. Это две Нивы. Да? Да. Полторушка баксов? Да, какая. Я понял тебя. Не, а если только привода и полуоси? Ну, привода 400, полуоси задние 400. Уже. Пара, да? Ну, плюс пары пониженные, плюс мост усилить, плюс тяги, плюс двухрядники поставить, плюс раздатку. Ой, елки, все, выключай, мне уже страшно. Одна раздатка косарь. Раздатка косарь? Да. В смысле, понижение или там что-то еще? Не, понижение, усиленные валы, див 4-сателлитный, подшипники двухрядные, крышки усиленные. Штурман, бери так. Ёлки-палки, не, я не могу это слушать. Поэтому... А потом, почему Нива выигрывает у всех, да? Ну, если разойдитесь, подготовишь... Под ленточкой, чтобы не порвать! Нормально. Под ленточкой протягивай. Ёбханый бабай! Так, Димончик, внутри штурман очень резкий, да? Правильный штурман. Да, штурман серьезный. Да тут с Малайзии крюк у них специальный, что облегчает. Ты видел, какой крюк модный? Да, быстро. Ну, быстро съем, быстро. Да. Все быстро делает. Да, тут как-то зашли немножко. А сейчас выровняет. Думаешь? Да, у них вариантов нет. Там поднимается вверх. Стой. Теперь попробуй в таком положении газонуть назад. И колеса влево. Лебедишься вперед, едешь назад, да. Это лево, надо право. Назад пусть, назад даст. Еще, да она шла, шел руку. Видел, как руки. Лебеда держит, лебеду отпустит пусть. Еще давай. Еще. Да качай это вперед машину и рулю. Все, давай пробуем. Такая ошибка какая-то. А теперь пробуй назад. Отдай лебедку. А теперь назад пробуй. Еще отдай лебедку. Еще отдай. Лебедка держит вас. У тебя блока не работает. Не работает. Не же севую выбила. Нет. Давай в нее выбила. Вот R1 рядом, Витара пошла. Там он серьезный внедорожник. Показывает. Оффроуд. А ты тут, да? Да. Все побежали туда снимать. Валера, да я уже упал 8 раз. Валера, аккуратно, Валера. Береги машину, я тебя прошу. Вот место, где бизон сломался. Хода подвески бешеные. Пожалуйста, отойдите на лето, да что непонятно?
тут контролируем круг машин. А под коридором вот там, а там вот. Идет на грани переворота, но прошел. А где финиш? Там, где старт. Макс, отойди, Макс. Хорошо. Макс, отойди. Да, хороший триальный вариант. Так, там разворот и в обратный путь. Очень четкая работа штурмана. Мотор 606 турбо. Штурман гадяча, просто профессионал. Сам все делает. Где тут просто? Идет уверенно. Эту часть мы не видели. Тут жесткое тоже место. Финиш. Красиво. Так, пока проехали спецучасток, ребята только вернулись чуть-чуть назад, выровняли руль. Димон, что сломали, Димон? Все нормально? Давай на финиш. На финиш ходом.
красавчик. Посмотрите, как она едет. Фантастика. Тут ходом он все шел. Финиш там только будет сложный. Серега может подсказать правильно. Смотрите, куда выпрыгнул. Почти стоковый Шевроле Нивой, ну чуть-чуть с небольшим тюнингом. Дима! Пацаны, Диму не видно, вы же закрыли Диму. Валера, ты закрыл Диму, елки-палки. Лебедочка, лебедочка, не газу, не газу, лебедочка. Поехали, помогай передаче. Отлично, похлопаем. Да уже все нормально. Молодцы, отлично.